это другой. Что? Нет. Двигал красиво. Отлично. Юра, 69. А куда ты, Юра? О, анемия. Скажи, сколько это. Анемия? Аниме. Открой халатик, что за хочу? Когда почему так видео называется? Майни и Лентяйка вновь с вами. Привет. Всем привет, и сегодня с реакцией на Мармок и на вашего долгожданного, которого вы так просите в комментариях. Олежа, он на меду. Царство тебе небесное, Олежа. Ого. Надо с префом выходить. Вот он стреляет, конечно, круто. Я его в локоть очень аккуратно мощный. Попросил, чтобы он больше так не делал. Так, а где последний бомбоносец ходит? Где? Бомбоносец. На лонге в боксе. Может переходить будет Марин, кстати говоря, аккуратно. Он также может нахуй пойти. Но если он обновил эти. Спасибо за поддержку. Прячься, Артём. В секретке сядь. Эмодзи. Эмодзи? Ну, который сбоку вылетает, он без рамочкой. С водкой, господи. Отупел на секунду. На твою шкалер, сука. Да, да, да. Это интро Мармока, вау. Да, вау. Видишь, как качает? Ой-е. Ой-е. Слышите, пацаны? На шарте кто-то сам будет божить. Горячие грёзы. Откуда? А вы... Шорта! Шорт и окно, шорт-окно. А вы умеете слушать. Шорт, да, видел шорт. Это была, блядь, самая полезная фаза всю историю Кайзера. Так, я так понимаю, щегол шорта слишком много ответственности на себе взял, да? Это... Да что ты паникуешь? Это просто дым, это не пожар, успокойся. Ух, в воздухе. Шанс очень маленький на самом деле в воздухе убить. Там же сразу просто дикий становится. А теперь пожар. Паникуй. Капец. Это ММ. Здесь всякое может. Жестко, жестко. Услышал звук его башки, и арбуз захотелось. Да мы просто этот... Но у меня 0 киллов, чтобы вы понимали до сих пор. О, кто-то не проснулся еще, да? Пора бы уже. Да сейчас сделаю все. Бывает так, играешь, просто убить никого не можешь. Да. Найс, починим тебя, фраги пошли. Мне нравилось это оружие. Два фрага сделал и сразу на второе место поднялся. Охрененно. Ну что они такие сонные, давай! Иди сюда. Ломай дёбла, Игорь, они все твои! Ох, Игорь, проснулся, подвел, давай, Игорь, всё, подвел. Активизировался. Сейчас будет, все, я в натуре разыгрался сейчас. А теперь эко. Вовремя. Я хочу кинуть гангрену на банан. Гангрену? Кто со мной, судари? Покупайте хаешечку. Мне не вот это, ладно. Ну уже поздно, ты не попадёшь. Похоже, это информация. Типичные мои друзья. Это кто культурный был? Ой, это... Отличная грена. Я в Дискорде всегда с вами. Пустанешь меня на клумбу? Давай, да. Я просто. Если не запушат, то я обосу всех отсюда просто. Это последние, они могут какую-то дичь сейчас вытворить. Это было хорошо. Да блядь, Игорь, тихо! Я их не слышу. Их нету нигде, в смысле, они там дальше. Прорал до самого плента, я хуй. Питание, чтобы скрыть шаги врагов. Прикинь меня, чудо, бля. А это другой. Что? Нет. Двигал красиво. Отлично. Юра, 69. А куда ты, Юра? О, анемия. Скажи, сколько это. Анемия? Аниме. Открой халатик, что за хочу? Тогда почему так видео называется? Я так хочу убить. Бам и халатик. А, он и дигл не взял. Дигл не застался. А, походу, он выкинул просто оружие. Почему? Я решил вас предупредить. Все следующие моменты будут немножко сплющенными. Точнее, они в соотношении сторон 4:3 в растянутом виде. Зачем, спросите вы? Ну, кроме того, что модельки жирные. Тут два варианта ответа. Первый, я так лучше чувствую игру. И второй, я думаю, что я лучше чувствую игру. Я тут еще сам не определился. Надо думать. Это баяна. Хелпа бы. Живи. Хелпа, хелпа. Да, мы уже возле тебя. Мы уже уже... Погоди. В принципе, это удобно, знаешь. Кто-то пиделей получить хочет. Больше шанс попасть в голову. Отлично. А нет, в принципе. А, ты умер. Чувствительность же тоже меняется. Вправо-влево он должен быть сильнее, чем вверх-вниз. Раз, два, три, пора. Пойдем. Вместе так вместе. Жесть.
Ну, скорее всего, просто смотрит 4 на 3. Просто. У него монитор всегда вот такой. Да, он решил, что спрятаться в единственном супер. Многие персонал так играют. Планете, это хорошая идея. Что творится, господи? Мы так и просрать можем. Давай яко сделаем. Пошли на Лонгале, умрем по-спартански, давай. За Спарту! Стоп пушинг! Я готов отдать свою жизнь за инфу. Мид вроде бы, мид тебе, нет. Я на топ миду их слышу, камон. У меня! Hello! Бомб положил, щенок. Бомб даун, бомб даун. Бомб даун. Бегу к себе. Ох, прошивают. Зайцы на святого духа. Low HP шорт. Low HP, я в коробке, бля. А, я пошел. Бомба положена. Смачно прилетела. А, у него прицел всегда в центре. Я же им сказал, бомбу не трогать. Ну, то есть... Не послушали. Я только сейчас... Ну, типа, видишь, например, он не двигает им в разные стороны. Или в CSGO так всегда было. А еще с по 250-го. А там так всегда было, все забили. Ну, так же всегда было и в обычных играх, и в Апексе, и прицел всегда в центре. Напряжение сейчас вены на лбу треснут. Просто я заметил, что он иногда, когда поднимает вверх, то прицел особо не будет. Один парадный баб шоколадный. Я просто... А, в Апексе точно так же. Я тоже тупник поймала. Шорт. Не помогла, пацаны. Хорошо, что с гранатой был ублюдок. Так, я понимаю, мне сейвить, да? Ну, может, кто-то зайдет ко мне. Опа, это что за тиски такие? Давайте, перебегайте. Это флешка! Что? Каким образом он убил так. его? Читы нужно вырубить, срочно. Ей клан скипер. Читы свои. На себя победил телевизор, когда пробегал мимо. Чё ты мне бомбу всегда... Где бомба? В смысле, где бомба? Ёб тебя за шкирку. Где бомба? Ты бомбу сбросил, она пропала. Ёб твою. Делай красиво, Олег. Отлично. Хорошо сбросил бомбу. Тимплей. На балконе. Еще один там. Спит. И ты тоже ложишь. Уже товар пас. А, любил эту карту. Мы типа вообще не ищем коротких путей, да? Где? Позади. Нырнул как гусь. Прям под музычку установки бомбы. Изи. Вообще изи. Даже не спотел. Как будто с ботами играю. Погоди-ка. Бот. Хорошая команда. Гоу-би. Классный чок под стопом. Мне их толкать к вам приходится. Тут дымяныч прикольный, я сейчас под него сыграю. Я прям в спину захожу. Один каленый очень. Мид. Ребят, очень литы. Бомба у нас на бы. Точнее, бомба у меня на бы. Проходит чего, ты же уже зашел бот. Да, я его вижу. Бласт каленый. Очень сильно каленый. Я не знаю сколько. А где был? Гараж. Опа. А, вот. Спалился. В винтах спалился. Ох, ребята, как думаете, затащу или нет? Сам каленый. Да, это же нормально. Насколько это баранина каленая? Не пишет. Не знаю. Ну да, долбанный фейсит. Чё так долго этот парнокопытный? Может, ЛП лучше? Хорошо уговорил. Ебучий случай. Я знаю, что он делает. Решил меня обойти, говна кусок. Хитрец. О, давай, последнего втроём на изи зарежете. Отлично. Ну чё, за теров играть будем, да? Да. Так кто у нас командир? Я, да? Да. Так, как ну, там мы этот? Ну, попробуй. Да, Моки написано. Switch. О, I want to switch? Еще? Yeah. Нихрена себе, что Play switch. Он хочет, чтобы мы поменялись. Я никак не могу. Как switch правильно? Свитых, да? Тоже. Да, свитх. Свитск. Swap. Не, свитч. Swap. What the fuck? А, свит, ты как? Свитч правильно пишется. Свитч. 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 Ты ТЦ пропустил, после ТЦ еще должно быть. Вот ТЦХ. Ты в чате не видишь зеленое сообщение, Марин? Hello. А, свитых, кх, свит, свитых,
Так, типикал юнити игра. Чем это слово написать? Уроки английского с мармоком, блин. Свита, свита. Все, надо им свисать, а там не пушат. Nice English. Бля, что ты... Да он за спиной уже! Что было? Капец, 11 ты магнитились. Я уже подумал, кто-то машину перепарковал. Я смотрю проход. Шорт есть один АВП. Это капец, как не вовремя. И лонг тоже. Я их сейчас поприветствую. Близко, за машиной, Марин. У меня 9 хп. Сука, они меня игнорируют! Блядь, на сайде один. Я ему в голову попал, о хп на сайде. Понял, я сейчас от их же дыма сыграю. Сайд, гай, сайд. Ку-ку! Классно, он даже не целился. Зачем? Я вообще сейчас мышку мизинцем держал. На прицел, хоть пфу! Ты чё, пароль от бомбы забыл, блин? Ты никогда пин-код не забываешь. О, ну это нормально. Приходы красивые. Знаете, зум. Я сам люблю такие ими пользоваться, когда курсор вел. Класс. Бум. Жесть, я представляю, как у них пукан горел. Да-да. Чувствую очень сильно. Попу разрывало. Мощно, мощно. О, фу, кончик. Бум-бум. Привет, народ! Пожалуй, на этом все. Здесь был какой-то долбоёб и CSGO. Оставляю вас с рамочками наедине. Пока. Ну хоть долбоёб про меня, да? Все ясно, мармок. Что понятно, оскорбляешь уже. И как омут черти водится, смут. Омут водится с воды, ты на 80% стоишь из воды. Ты черт. Дорогая, подожди, мармок видос выпустил, ты трахаешься с мармоком. Сын мармоком опою ногу сломал. Это просто баг, перезайди в квартиру. Класс. О, скоро будет включаться. Прям уже вот, 2 недельки. Да, еще. И на видео жаре будем. Наконец-то. Да. Ребята, вы же знаете, что мы едем на видео жару. Кто не знает, найдите у меня видос. Так что приезжайте тоже, и мы с вами встретимся, пофотографируемся. Да, да. Пообщаемся. А так, значит, ролик еще хочу сказать, классно играет. Охуенно. Я так играть не умею. Я в Apex нормально играю. Тоже могу мувики вам показывать. Такие классные. Я их сохраняю как раз. Буду как мармок. Прикольным. Нет. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на мармока. Не забывайте, что у нас есть промокод в комментариях. Майни. И также не забывайте, что у Кати есть Инстаграм. Да, потому что если ты на него подпишешься, то я тебя пролайкаю и, возможно, подпишусь взаимно. Так что я жду тебя. Так что всем удачки, ребят. Всем пока.